Ох, ребята, вот он! Вот он летит, этот космический корабль! Посмотрите, какой он огромный! Надо ядерную бомбу кидать! Посмотрите! Вау! А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, и мы продолжаем играть в Swamp Атаку на болоте, или Охоту на болоте, или Атаку на болоте. И уже у нас 11 уровень 4 эпизода. В прошлый раз мы доходили до... В прошлый раз мы доходили до 11 уровня, а теперь мы дойдем до конца 4 эпизода, так что давайте, собственно, в бой. Так, давайте, хочу кислотомет. О, кислотомет — нормальная тема. Эу, все? А, перезарядка, все. Вот, давайте кислотой запуляем всех вот этих зверюшек, которые здесь ходят. Так, подождите, хочу еще этим электрооружием. Током убить хочу. О, посмотрите, какие у них черепушки прикольные. Так, давайте гранату вам. Давайте вторую гранату вам. Так, супер. Так, давайте заберем наш эту штуку. Быстро током убейте его, потому что он нарвется на одну из моих бомб. И это будет не очень хорошо, потому что мою защиту, моего соседа Васю и моего медведя, который бросается в шапке, который бросается коктейлем Молотова, они просто могут уничтожить. Так что давайте их поджарим, и мы можем кинуть им аккумуляторы для того, чтобы их постоянно било током, и таким образом пройти этот уровень. Все, попались, ха-ха-ха-ха-ха. Не пройдете, мои батареи вас просто уничтожат. Уничтожат. Инопланетяне на них поставили какие-то радиомаячки, с помощью которых, наверное, поддерживают с ними связь. И таким образом пытаются захватить наше болото, захватить нашу планету, наверное, с какими-то космическими там приколами. Так, ну что ж, хочу, наверное, взять вместо электрооружия огнемет. И хочу, наверное, взять вместо кислотомета арбалет. Все-таки, наверное, он мне больше подойдет. Так. И, собственно, давайте перейдем на 12 уровень с вами. М16 обладает более высокой точностью на дистанции, чем УЗИ. Хорошо, будем знать. Будем знать, отличненько. Так, кто следующий? Фух, фух. Арбалетом, ребята, арбалетом стреляю в этих мутантов, которые мутировали. У них там куча глаз, короче, в общем. И огнеметом еще можем сжечь немножко крокодилов. Получайте. Получайте, злые крокодилы. Так, уйдите от моего болота. О, летающие дроны, ребят. Летающие дроны пришельцев. Давай, жги всех. О, его съело. НЛО, пришельцы начали вылезать. Ребята, из болота начали вылезать пришельцы. Давайте им аккумуляторы, пускай их бьет током. Все, пускай их бьет током. Мы еще... Ох, атака с воздуха. Давай, поддержка. Пошла. Вторая атака с воздуха. Пошла. Третья атака с воздуха. Давайте, уничтожайте всех их здесь. Ребята, вот эта война реально. Реально здесь бомбит. Круто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Ох, отлично. Давайте сожгем их. О, ребята, крокодилы в какой-то новой идут защите. Посмотрите, какие-то у них инопланетяне поставили на них какие-то щиты. И таким образом... Они пытаются защититься от моих... от того, что я в них стреляю. Так, не понравился мне арбалет. Давайте возьмем лучше миниган. И возьмем, все-таки пускай у нас будет... у нас есть дробовик, двухстволка. И пускай у нас будет еще, наверное, вот кислотомет. Это самое такое нормальное оружие.
которая нам подходит. Так, ну что ж, давайте на 13 уровень, ребята, переходим и начинаем нашу замечательную игрушку. Так, кто следующий? Эпизод 4, День независимости. Так, ребята, День независимости. Нам надо отстреляться от вас. Я буду стрелять с минигана. Всех перестрелю вот этим щитом. Вот эти щиты против моего минигана, вот эти щиты инопланетяне поставили. Вы думаете, что вы такие крутые, но я вас все равно всех уничтожу. Так что, хотите, не хотите, я вас все равно всех побью. Так, забираем, отличненько. Так, батарею, кстати, можно кинуть, пускай их бьет током потихонечку. Ого, вот эта война пошла. Ой-ой-ой, меня обстреливают, давайте их уничтожать. Так, атака с воздуха пошла. Все, отлично, уничтожили некоторую часть крокодилов, которые идут с правого фланга. Давайте их закидаем гранатами, не гранатами, а этими, динамитами. Так, давайте атомную бомбу скинем, ребят. Ого, ребята, круто, аж потемнело. Так, атака с воздуха. Атака с воздуха. Пошел, 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 пошел. Ого, вот это круто. Это ж надо, всех, всех перемочили. Так, едем дальше. Едем дальше, едем дальше, едем дальше. Теперь нам надо по взрывчатку набрать. Набрать много взрывчатки. И самолетики еще. Все, давайте возьмем. И, собственно, поехали. У нас уже 14 уровень, ребятки. Так что погнали. Так, кто следующий? Террор с того света, уровень 14. Ого, ребята, посмотрите, уже новый вид. В коробках прячется кто-то. А в коробках у нас мутанты, которые несут атомные бомбы. Вы вообще представляете? А я забыл атомную бомбу взять, но ничего. Ребята, в коробках атомные бомбы нам несут. Вот это подарочки, таких приколов я еще не видел. Комары в коробке. Что, короче, в коробках только не несут, ребята. Это, короче, День независимости. Я понимаю, что это террор с того света. Ребята, а надо всегда быть аккуратным и бдительным, потому что атомная бомба — это не шутки. Если он дойдет ко мне с атомной бомбой, то сразу же практически меня уничтожит. Все, так легко. А, нет, еще половина. Сейчас опять будут идти, ребят. Я думал, уже мы прошли уровень. Получай, получай, нехороший. Получай, получай, получай. Получай, нехороший. Да. Получайте, получайте. Отлично, отлично. Получай, 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 получай. Воздушные удары. Вот это да. Вот это же надо воздушными ударами, ребята. Я их полностью перебомбил воздушными ударами. Так, ну что, что у нас тут дальше? Так, давайте возьмем дальше у нас что? Берем боеприпасы самолетов, берем боеприпасы, атомную бомбу, ядерную бомбу. Так, отличненько, тут взяли, там взяли. Так, оружие. Так, я не хочу вот эту штуку, где ее взял, непонятно. Я хочу миниган и кислотомет. Так, у нас также есть специальное. Ну, здесь у нас за деньги покупать. Так, из обороны у нас установлено все. Используется, используется. Взять. Нет, у нас здесь все нормально. Тетя Клава, мы тетю Клаву уже брали с вами. Брать мы ее не будем, потому что это не нашей компетенции. Так, ну что ж, уровень 15 НЛО. Давайте посмотрим, что он нам новенького принесет. Ну, в общем, ничего нового. Как всегда, НЛО забрали мое все оружие. И тут
это НЛО, опять другие ребята, давайте мы ядерным оружием будем. Давай, стреляй, стреляй. О, кислотомет, ребята, все, у нас есть кислотометик. Теперь мы кислотой можем стрелять вот в этих нехороших. О, крокодильщики, а у нас атака с воздуха. Ох, круто. Просто круто. Так, все отлично. Вы видели, сколько мы перемочили крокодилов, которые нас хотели достать. Но мы все-таки держимся, ребят. На-на-на-на-на. Получай, 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 получай. Получай, одноглазое. Ой, многоглазое. Так, ну миниганом сейчас. Ох, ребята. Пулеметом всех перестрелил. Всех, всех, всех. Так что подходи. Так, отлично. У нас есть атомная бомба, ребятки. Круто, 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 круто. Так, опять же появился у нас кислотомет, и мы сейчас попробуем кого-то застрелить. О, все, 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 отличненько, отлично. Вау, ядерная, вот это круто, атомная бомба, ядерное оружие. Так, нате, получайте, получайте, получайте. Получай, 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 получай. Так, что мы видим дальше? Что у нас здесь происходит? Уровень 4.15, уровень пройден. Отлично, ребятки, мы уже прошли с вами 4 уровня. Так, едем дальше. Что у нас тут дальше есть? Так, у нас, наверное, взрывчатки немножко не хватает, да? Или у нас все по максимуму? Не, у нас все есть, потому что это был уровень НЛО. Так, у нас открылись быстрые миссии, которые мы с вами обязательно пройдем, только позже. Сейчас мы с вами... дойдем. Так, нам еще осталось совсем немножко, чтобы дойти до босса. Я не знаю, что это такое еще пока что. Как дойду, тогда увижу. Ну, больше всего этого мне напоминает летающую тарелку с гуманоидами, с инопланетянами, такими огромными головами, с такими чернючими глазами, таких зеленых человечков, которые хотят уничтожить нас и наше болото. Так, не с той земли, ребята, уровень не с той земли. Ого, ребята, конечно, не с той земли. Кто же с той земли? Посмотрите, здесь бобры несут атомные бомбы, и у них защита. И у них защита на высшем уровне. А мы с воздушной... давайте с воздушной обороной будем их... удар с воздуха! Удар с воздуха! Вот это да, вот это удар с воздуха. Вот это я понимаю. Так, давайте аккумуляторы. Пускай их бьет током всех, потому что они просто нас едят, если мы не будем обороняться. Такие инопланетяне, вот такие пришельцы, которые хотят нас съесть. Так, ну что, я думаю, скоро нужно будет пора сбрасывать атомную бомбу. Давайте, наверное, и сбросим ее, что ли. Сейчас посмотрим, когда будет новая атака идти. Ну вот и пошли. Ну что ж, погнали. Ух, мультиубийство, ребята. 6 бобров сразу убили. Круто, да? Не правда ли круто? Так, давайте аккумуляторами забросаем их, пускай они уничтожаются. И постреляем с пулемета. Так. Ох, комары, комары, комары. О, ребята, ядерная бомба еще одна. Вау. Все, ядерную бомбу мы скинули, атомное оружие. Теперь мы продвигаемся дальше. Так, 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 так. Что у нас здесь есть новенького? Так, атом, ядерную бомбу покупаем. Боеприпасы, атака с воздуха покупаем. Батареи покупаем. Так, ну, пока вроде бы... а, и динамит покупаем. Ну, пока вроде бы все. Всего у меня предостаточно. Давайте перейдем на 17 уровень и продолжим нашу замечательную игру. Так, 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 так. Ну что ж, дорогие друзья, погнали, 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 погнали. Круто, 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 круто. О, опять с дуршлаками на голове. Уже инопланетяне сняли с них свои датчики. Мы легко их можем убить, ребятки. Легко, легко. Так, давайте атаку с воздуха. О, опять, смотрите, датчики надели на них инопланетяне. О, вот это война. Посмотрите, какая война идет реально. Атака с воздуха идет просто. Просто огромная, ребята.
просто огромнейшая. Вот атомная бомба, баба. Вот это круто, вот это да, вот это же надо так, да. Ха-ха-ха, посмотрите, какие смешные у них скелеты крокодилов, ха-ха-ха. Так-так-так-так-так-так-так, идем дальше. Так, что мы теперь имеем? У нас теперь опять идут вот эти, это стадо, которое надо с минигана расстрелять, всё. Все, ребята, фух, мы смогли продвинуться дальше и пройти этот уровень. Отличненько. Так, давайте возьмем наше оружие. Так, динамиты. Берем боеприпасы. Обязательно пополняем все. Воздушный удар, самое любимое мое оружие. И ним мы будем постоянно драться. Так, 18 уровень, ребятки, уже у нас. Это означает, что скоро мы встретимся с боссом. И все-таки посмотрим, что за босс нас ждет там. Ты что, а тут подожди, там, подожди тебя. Нет, плохо, расстрелю. Ого. Ну вы даете, ребята, ну вы даете. Тихо. Пускай стреляют. Ой, посмотрите, какая здесь война идет, ребята. Ребята, я скидаю атомную бомбу, потому что меня сейчас просто сожрут. Фух. Ну, хоть немножко отбились, потому что нас вообще чисто реально не убили. Вот эта атака пошла только что. О, жизнь я взял. Отлично. Все, ребятки, прошли мы этот уровень. Так, нам нужно взять только атомную ядерную бомбу из всего атомного оружия. Эй, я хочу взять его. Так, и пройти, собственно, на 19 уровень. Так, 20 уровень, это у нас опять будет НЛО, что ли, я так понял. Так. Ну что ж, погнали. Так, круто. Берем миниган и стреляем. Так, я вас всех утоплю в своем болоте, вы слышали меня? Всех утоплю, так что нечего подходить на мое болото. Так, получай. Получи. Так, ребята, я думаю, нужно вызвать подкрепление с воздуха, потому что что-то мы слабенько справляемся. Пускай воздушная атака уничтожит их. Где вы там идете? Ребята, вы видели? У одного вот этого семиглазого чувака внутри, когда его бьешь током, просвещается колесо от велосипеда и гаечный ключ. Это все, из чего складывается его скелет. Вот это прикольный мутант, конечно. Так. Давай, стрели. Ну что ж, ребята, ухи длинный уровень. Давайте ядерную кинем бомбу. О! Мало, давайте еще воздушная атака. Сейчас вас расстрелит всех. Все, ребята. Уровень 4, эпизод 4, уровень 19 пройден. Дальше 20 уровень. Круто. Так. Берем оружие, берем боеприпасы все. Запасаемся, ребяточки, патронами, потому что нас ждет впереди. Так, сейчас миссия с НЛО, ребята, а на 20 через 4 уровня нас уже ждет босс. Так что давайте посмотрим, что здесь может быть. Все, как всегда, у нас инопланетяне забрали все наше оружие и оставили нас только с дробовиком. Давай, стреляй. Так, вот тарелка, о, ядерная бомба, давайте кинем ее сейчас на кого-то. А че он один? Пускай еще идут, я ядерную кину. О, вау. Баба. Круто,
Так, батарею тоже бросаем. Бросаем батарею сюда. Посмотрите, ребят, у него там какие-то банки, гайки, какие-то шестеренки, колесо от велосипеда вместо скелета. Вот это прикольно. О, миниган, миниган, я взял миниган. Оп, опять ядерная бомба, отлично, вау, баба. Круто, 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 ребята, осталось совсем еще немножко. О, опять миниган мы взяли, давай, давай, миниганом стреляй. Стреляй миниганом, стреляй, 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 отлично. Так, 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 давайте вот эти уничтожим, все уничтожим, потому что вон идут уже с ящиками, ребятки, с ящиками. Нет, 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 не хочу, не хочу. Я хочу, чтобы вы все погибли и убирайтесь из моего болота, убирайтесь. Так, вот так, а с воздуха, поддержка. Все, отлично. Так, ну что, напоследок, нате вам ядерную бомбу, бабах. Все, получали мы миниган, и вот миниганом мы сейчас распилим вот этого чувачка синеглазого. Все, ядерная, ой, это летающая тарелка упала, и у нас дальше здесь что? У нас дальше здесь, давайте посмотрим, так, что нам нужно взять-то? А, у нас уровень НЛО был, нам ничего не надо брать. Так, у нас открылись быстрые миссии. И у нас открылся 21 уровень. Через 3 уровня, ребятки, будет уже НЛО. Так что давайте поспешим и посмотрим, с кем мы встретимся. Так, путешествие на болото. Так, путешествие на болото, это я так понял. Путешествует сюда инопланетяне, которые прилетели, наверное, с планеты Марс или с Луны. Которые хотят нас уничтожить. Так. Давай, 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 стреляй, стреляй, стреляй. Круто, 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 круто. Ух, ты откуда взялся такой, а? Таким. Тихо, 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 ребяточки. Я вас все равно всех перемочу. Я же люблю атаку с воздуха. Получайте, получайте, на всех хватит. На всех хватит самолетов моих. И атомная бомба сейчас полетит на вас тоже. Ба-ба! Круто, 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 круто. Ну что ж, динамиты в бой пошли. Пошли, динамитами закидаем наших врагов, которые хотят снести нашу оборону. Дядя Вася, давай прикрывайся. И медведь, давай помогай нам. Помогай нам осваивать болото и продвигаться все дальше и дальше. Так, давайте аккумуляторы. Аккумуляторы бросаем, пускай их бьет током. Пускай их просто, я не знаю, энергия. Пускай они сгорят от этой мощной энергии от моих аккумуляторов. И посмотрим, сможем ли мы отбить атаку. Угу, серьезный чувак. Так, все, отлично, ребята, 21 уровень у нас уже пройден. И следующий уровень это у нас что? Это у нас, так, давайте наберем взрывчатки, боеприпасов. Так, и следующий уровень, это у нас 22 уже, наверное, да? Все, все, что хотели, мы взяли и погнали. Да, 22 уровень, ребята, через один уровень у нас уже будет, короче, такое, я не знаю, что это, наверное, это летающая тарелка большая. Ну, я еще не уверен, точно не знаю. Так, я эпизод 5 скоро откроется, ребят, и посмотрим, что там будет. Так, 22 уровень, поехали. Ого, ё-ё-ё-ё-ё. Погнали, 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 погнали. Вот эта война пошла, ребята. Вот это пошла война.
нате вам и тока, нате вам и этого, нате вам и ядерного оружия. Всего понемножку, получайте. Так, едем дальше. Так, давайте возьмем миниган и... О, атомные бомбы, сколько их, ребята, сколько их они несут на мое болото, чтобы мое болото просто-напросто подорвать, но мы с вами отобьемся сейчас по-любому. Получай, 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 получай. Отлично, отлично, отлично. Так, получи, 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 получи. Еще, на, получай еще, на. Так, все, уточку мы забираем. Сейчас забираем. Ох, еще один вылез. Я думал уже все, еще вылез последний, наверное. Все, уже был последний. Только что его сосед Вася застрелил. Так, и мы уже на 23 уровне, ребятки. Сейчас посмотрим. Остался один уровень до босса. Так, ну что ж, погнали. Погнали, включаем 23 уровень. Так, чувствую, скоро будет босс. Армагеддец. Что за армагеддец, ребят? Это Армагеддон какой-то, что ли? О, крокодилов, давайте перекосим всех, перебьем всех, перестрелим. Ого, сколько их идет. Вот это в натуре армагеддец, ребята. Посмотрите, какой армагеддец идет на меня. Вот это да, вот это атака болотная. Ой-ой-ой-ой-ой. Отбиваем, отбиваем. Быстрее стреляйте, атомное оружие несут нам. Еще нам чуть-чуть досталось. Ребятки, нам осталось еще пройти пол уровня. И мы встретимся с боссом. Боссом, наверное, летающей тарелкой, мне так кажется. Потому что на тени она выглядит именно так. Так, ну на атомную бомбу, ладно. Ох, дуду, мультиубийство 11 сразу, круто. Ну, атака с воздуха, давайте. Забьем вас всех. Забьем вас всех. Вот это круто. Вот это я понимаю, войнушки идут. Вот это я понимаю, да. Бобры, 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 ребята, посмотрите, сколько их много. А мы всех перекосим, мы всех перекосим. Бобры даже у нас в защитных каких-то щитах, которые не пробиваются пулями, но мы все равно пытаемся их отбить, потому что они вот-вот уже очень близко подходят к нашему болоту. Ребята, атака с воздуха, вызываю атаку с воздуха. Ух, ребята, наконец-то, чувствую, скоро будет босс. Ребята... Сейчас уже, наверное, будет босс на 24 уровне, там как это нарисовано. Так, давайте для босса подготовимся. Давайте возьмем оружие. Так, обязательно берем ядерную бомбу. Обязательно берем воздушный удар на полную катушку. Обязательно берем с вами все запасы батареи. И обязательно берем с вами все динамиты, потому что босс жалеть никого не будет. Да, ребята, да, да, да. И я еще раз удостоверился в том, что это летающая тарелка. Посмотрите. Ну что ж, погнали. Космический корабль-носитель. Это, ребята, то есть не летающая тарелка, а космический корабль. Ого. И где же он? Ну, это такие дроны маленькие, которые вылетели с космического корабля. Их надо для начала пристрелить. После чего мы, наверное, встретимся с... Ох, ребята, вот он! Вот он летит, этот космический корабль. Посмотрите, какой он огромный. Надо ядерную бомбу кидать. Посмотрите. Вау. Оу-оу-оу. Как же его убить? Давайте с минигана будем стрелять в него. Ребята, посмотрите. Какой-то космический корабль огромнейший. Просто он хочет нас похитить. Давай, давай, давай. Стреляй, 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 стреляй. Все, нам надо стрелять по этим штукам, я так понял. По вот этим радиомаячкам. Пах-пах-пах-пах-пах-пах-пах-пах-пах. Ну что, уничтожили мы его? Или нет? Да, ребята, мы его уничтожили. Отлично. И что у нас показывает? Что она задымилась и улетела за горизонт. И за горизонтом она разбилась. Так. И разбилась она в зоне 51. Это там, где
держу НЛО. Так, пятый эпизод – это какая-то атомная электростанция. Ну что ж, дорогие друзья, у нас тут открылись быстрые миссии, которые мы с вами обязательно еще пройдем. НЛО мы победили, и у нас открылся пятый эпизод, где крокодилы, ребята, посмотрите прикол, крокодилы в военных будут шлемах. Так, ну что ж, дорогие друзья, этот эпизод подошел к концу. Встретимся в следующем эпизоде, в пятом, где будем проходить с вами дальше. С вами был Юра, вы были на канале Вечное Детство. Подписываемся на канал, ставим пальчики вверх, комментируем. И до скорой встреч. Пока-пока.